100 лет назад в Нижегородской области был создан губернский архив на основе документальных коллекций Нижегородской губернской ученой архивной комиссии и архивов местных учреждений. В дальнейшем он неоднократно реорганизовывался. С 1959 года находится в специально построенном здании на улице Студенческой, дом 15. В 2011 году изменился статус архива, он стал называться Государственное казенное учреждение «Центральный архив Нижегородской области». Сегодня в Нижегородском драматическом театре в честь векового юбилея сотрудников Госархива наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора. Первый и самый главный итог данного этапа – это 7,5 миллионов единиц хранения архивных документов, а 100 лет назад их было всего 700 тысяч. Итог впечатляющий. Люди той эпохи, они приложили немалые усилия к сохранению исторических архивов, документов, попавших в их руки в ходе гражданской войны, послевоенный период, и сумели создать систему. Эта система заложила основы для работы сейчас уже в 21 веке.